що, на голий крючок? Солнечний окунь. Койоті. А ось о, що звер один клюнув. Зараз покажу. Блін, Сашко. Сашко? О, і все. Звір. Звір какой. О, о. Бучок. Що таке? Возле этого. Що, опять загорелся? А, тю, а я не бачу. Так, поклевка. Только що була рядом. На сусідній самолу работала. А тепер я так. О, опять стоит. Накрутила? Накрутила. Отцепи от этого, от льда. Молодец. Все правильно делаешь. Что там, багорик брать? Ты сама. Только леску не ложи на этот. Да ну! Ирка, я думал, большая. Ну, поздравляю. Поздравляю. Ну, 35 сантиметров есть. Так, у соседа поклевка. Смотрим. Будет. Что-то он колдует там долго. Наверное, тоже ждет, чтобы потянуло. А сегодня она тянуть не хочет. Возьмет в рот и держит. А, не, похоже, уже все. Ничего никто не ждет. Сейчас я. О! Видно? Вот щучка. Рам 200. Такую надо отпускать. Так, заснимаем процесс. Снимаем процесс отпускания. Оп, все. Расти большая. Килограмма 4. Не меньше, чтобы было. Так, ждем крупную. Мелочь нам не нужна. Опять поклевка. А тот же самый самолет. Ну что, крутит? Нет. Стоит опять? Угу. Вон соседи тоже сработка. Что-то они вдвоем там сидят, колдуют.
Не? Ты не подсекай их лишний раз. А? А я знаю, я видел, надо его будет убрать. Посмотреть? Вытяни, глянь. Вот. Что там? Он был чистенький, так что если там, я сразу должен быть видеть. Что-то там есть у него. Да не. Чистый? А, не, может, все трошки. Не, есть свитая все луска тут и тут. Заряжая соседа на что-то бегая. Так, куда он там побежал? Посмотрим. Ну хорошо, у камеры зум хороший. Можно посмотреть. Что? О, вымотая, вымах. О, хорошую лень взяли. Да? Ага. Ага, да, да. Больше двух. Раз, два, четыре, пять. Так. Сработочка опять. Сегодня щука что-то очень вяло. Сейчас посмотрим. Ну что? Почисть, почисть возьми. Я почистила. Так не, ну он же в кулаке. Держи, да? Не спеши пока, не спеши. Хай, хай чуть-чуть подержит. Ну только ж выстрелил. Смотри, чтоб накинула петлю. О, пошла. Хорошая? Мелко. Не спеши, не спеши. Если не идет, отпускай. Слабину ж не давай. Нет, а больше чуть-чуть. Как говорил хирург, зажим? Да, чуть-чуть больше. Зажим, хирург. Это вообще-то зевник. Зажим. Это вообще-то зевник, если кто не знает. Пошла. Так, очередная сработочка. Только. Ну вот, наверное, давай уж. Вот ёханый бабай. Что, вырвало? Вообще нет. Может, срезала? А ну вытягивай. Не, не было тяжести, ничего. Ну, значит, срезала. Нема тройника. Стоп. Не, не. Грузик. Да. Ёханый бабай. Я тебе говорю, это так срезает. Копей. Дай дрова поставить. А ну покажи. Ты зацепилась, иди. Да, значит, срезала, как бритва. Ёханый. Бритки. А я ж тебе говорю, что ты только срезать не можешь. Ты сильно резко подсекла, она была чуть плавнее. А что новый? Сейчас привяжем тройник-то и пойдет.
что, никак не... Ну, пошел. Ты заглотил? Ну, я сдавал зажирать, потому что... Посмотрим, как искали, чтоб не... Все. Понял. Хорош. Что каже? Хорош? Дави хорошо, да? Ты, если она, ну, живется, отпускай, отпускай. Стравлю леску. Не надо насиловать. Да, да, да. А горе кинуть? Упирается, да? Ты морду, ты за морду только багри. Не за бок, не за что. Ты! Малышня, карандашня. Ну, я тебя все равно поздравляю. Шиша? Я тебя поздравляю. Четкий. Хоть малышня, но поздравляю. Угу. Понятно, что он сработал. Стоял с самого утра, а тут решил сработать. Окунь, может. Не, ну есть еще продырявленные. Отпусти, вернется. Похоже, мелочь одна стоит. Что это такая? Так, сейчас будем важить щуку. Уже конец рыбалки, собирались. И сразу поклевка. Я переставил самолов уже под самый конец. Думал, верил вернее, что здесь есть щука. И вот она взяла. Напоследок. Неплохая. Сейчас мы ее взвесим. О! Пожалуйста. Кило 915. Кило 900. Хорошая щучка для завершения рыбалки. Ну, сегодня, в принципе, клёв был очень слабенький. Если взять в общем и показать. Ну вот, наш уловчик. Осталось последние 5 самоволов собрать. Это первая ледышка. Вот, вторая ледышка. Третья. То есть все такие в районе килограммчика. Ну и все. Четвертая. То есть последняя завершающая щука оказалась самой большой. Вот такой сегодня. Жаль, что сразу не перешел на это место. Наверное, была щука покрупнее, потому что целый день брала реально мелкая щука. Ну, сейчас сложим. Сейчас сложим эту щуку. Сколько же она у нас? Так. Так, это почти кило 300, кило 260. Так. Это у нас
сколько. Что-то кантер на морозе, наверное. Ну. Нужно хочет обнуля. А, все, обнулялся. Так. Тут. Так, кило 125. Щучки. Вот. Ну, а эти все меньше. Это, наверное, грамм 900 щучка. Такая по виду. Вот, ну, а та грамм 600 с чем-то, 700. Надо было бы, конечно, ее отпустить, но она просто жабры загнала прям. Пришлось ее забрать. Кровила очень сильно. Да, это вот 930, 25 грамм. 125 грамм. Это уважить не буду, она и так видно, что она разрушена. Ну вот, вот такой ловчик получился за сегодня. Давление очень высокое, щука стояла. Ну, сейчас будем собирать оставшиеся самоловы. Он уже напарник возвращается, собрался. Все, до новых встреч на рыбалке.